И сегодня долгожданный видос с первым выездом на вот этом мотоцикле. Почему? Школьник наш уже не тот. Охренеть! Всем привет, ребята! Вы на канале Самуил Пащян. И сегодня долгожданный видос с первым выездом на вот этом мотоцикле. Это Honda CRF-150. Новый мотоцикл моего младшего брата, который сейчас держит камеру. Так как вы знаете, что мы не обзорщики, не какие-то крутые мотоблогеры. Мы просто пацаны, которые кайфуют и снимают видосы. Поэтому что-то особенное я про него рассказать не смогу. Скажу. Подвеска с регулировками, ребята. Маятник алюминиевый, колеса алюминиевые. Двигатель до 25 лошадей выдает. 150 кубов, 4-тактный. Радиатор имеет водяного охлаждения. Все. Не, реально, если быть серьезным, я даже не знаю, сколько литров здесь бак. 5,5. AMG. Вот знаете, обзоры, когда снимают, там, например, на новые китайские мотоциклы, говорят какие-то особенности. Здесь говорить нечего. Кто знает Хонду, тот знает Хонду. Кто не знает Хонду, тот не хочет знать Хонду. Но скоро узнает Хонду. Сейчас я выезжаю по дороге Кругаля дам, а потом мы выезжаем в лес. Я буду на Кавасаки, Артур будет на этой Хонде. И поедем гонять в настоящих хороших условиях. Ну все, ребят, мы пригнали в наш любимый лес, сосновый лес. Тут мы тестим все наши новые аппараты. Это самый топовый лес для мотиков. Алло, ты как? Алло, здорово, как дела? Пойдет. Ну все, Артур начинает гасить. Первый наш подъем, это самый длинный затяжной подъем. Вот он. Ой-ой-ой! На видео, как всегда, фигня. В реальной жизни все потруднее и поинтереснее. Че это, ребята? Чё, Артур, чё случилось? Я не знаю, что случилось. Это знаешь, что называется? Много мощности под жопой. Ты не думаешь, что ты эту мощность можешь вот использовать? О, ребята, нас уронов приехали. Лес у нас полон красками, ребята. Тут полно людей, вон еще другие мотоциклисты, Суроны, мы. Просто с кайфом. Ой-ой-ой, ебать! Нормально все? Такое сальто, ребята, жестко, лицом в землю просто. Так что Сурон вам тоже не игрушки. Люди с детьми гуляют, машины ездят, а это просто лес. Прикольно. Артур, давай! Приезжаем.
Че, брат, Honda едет? Honda едет? Чересчур она едет. Чересчур едет. Его, короче, как-то разбрасывают, ребята, вы сами понимаете, мощность под жопой большая. Он что-то буксуется, мало разгона, то берет еще что-то. В общем, кто думает, что если он купит какой-нибудь японский мотоцикл и сразу будет валить на все бабки, это чуть-чуть ошибочная версия, потому что наш 14-летний школьник не справляется с такой мощностью. Который на Каю за 40-ки сюда залетал. Да, он и на Каю сюда заезжал. На всех мотоциклах он сюда заезжал, а здесь тупо мощности больше. И школьник наш уже не тот. Что, какие ощущения? Очень дурной. Дурной? Да. Согласен. Охренеть! Это что за киндер-сюрприз? Ну, можно сказать, ребята, он с этой горой справился. Правда, из-за того, что это кроссовая Honda, она на низах тухнет. Тут нужно переключать передачи поактивнее, да, брат? Согласен? Да, я еще не привык просто. Пацаны, кто согласен, ставьте лайк. Еще кто-то приехал, ребята, вон там вижу вот питбайкеров. Просто разные компании, разных людей. Вот еще один пацан. Просто, ребята, все вот приезжают, лес работает. Вот. Сейчас у нас около 21-22 градусов в Сочи. Октябрь, середина октября, кайф. Кто-то даже вон пешком гуляет. А мы снимаем первый выезд Артура на Хонде. Ребята, сейчас я сажусь за руль Хонды и покажу вам мастер-класс, самый неудачный в мире. Почему? Ты... Я не знаю, как объяснить, короче. Вот она, может, не такая веселая, как Кавасаки, но из-за того, что она четырехтактная, у нее подхват снизов более такой, понял? Mm-hmm. Тут без разницы вообще, на какой скорости ехать, куда ехать. Ты нажимаешь, он буксует, понял, типа, вообще? Да, я говорю, он бешеная табуретка. Я сейчас здесь нормально прыгну? Да, пипец. Я чуть-чуть газ трогаю. Мне кажется, я еду процентов, ну, максимум 50 моментами и то. Угу. То есть у меня нету такого, чтобы я газ выжимал вот так сейчас и держал. Да. Я его чуть-чуть так трогаю, он сразу такой буксует. Ну, я говорю на нем. Очень, надо, короче, научиться нормально. Мне, честно говоря, сейчас даже страшно ее Артуру давать, чтобы он катался. Она потому что очень мощная. Вот в лесу она прям вообще, ну, она намного мощнее, чем на дороге, кажется, когда я ездил. Охренеть. Эмоции, кайф. Сейчас еще небольшой круг сделаю, где-то подпрыгну, что-то попробую, но очень страшно. На Кавасаки мне не так страшно. Oh, we can fly.
Если вы хотите видеть больше топового контента, то вам нужно просто набрать 5000 лайков и выйдет следующее видео. Сейчас видосы будут выходить почаще, потому что контента, ребята, навал. Хондочка, Кавасаки, приехал Виталик, White чернокожий, нельзя его ник называть. Короче, ребята, просто подписываемся на канал, ставим 5000 лайков и пишем любой хороший комментарий, чтобы вышло следующее видео. Есть еще небольшая просьба. Ссылочка на мой инстаграм в описании. Там тоже топовый контент, сторисы с нашего замечательного города Сочи. Стан, движуха, всякая, короче, просто пушка. Все в инстаграме есть, залетайте, смотрите. Ну а на этом все. С вами был Самуил Пащан, Артур, собака наша и Хондочка. Всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся. Lo 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 lo